Азамат, здравствуйте. Здравствуйте. А каким шампунем вы пользуетесь? Это соцопрос. Сейчас будет реклама Pantene Pro V, короче. О, да, ты прям горяч. О, ход, просто ход, понимаешь? Надо это в слоу-моушене надо это снять. Блин, да, реально, сделай слоу. А как делать слоу? Жалко, тут озера нет. Меня своей печалью. Знаешь, я чувствую себя, как будто мы с ним где-то на даче. Все срочно съемки. Все за... Махач, давайте файт, ребят. Какой Махач, я с женщиной. Он с бабами не дерется, зато папа может сделать так. Дерзкая баба. Пока места не остыло. Тебе нравится этот трек, Азамат? Я, знаешь, я вспоминаю, короче, время. Рано утро, понедельник. Знаешь, вот эта программа в 7 утра. И они этого долбаного Милан закрутят, а ты такой в школу идешь, такой сон, и такой... Думаешь, за что мне так? Школа, 7 утра, не выспался. Еще Милан за... Это сходность. Скажи, откуда у тебя такие классные песни? Я просто люблю Меладзе. Я люблю вообще Мику Киркорова. Я люблю Кристина Арбакайте. Я люблю Аллу Пугачёву. Не снимаешь, что ли? А ты песенки поешь? Я решила не предупреждать тебя, что я снимаю. Да. Ну, хорошо. Типа, ну можно же, да? Знаешь песню, самую красивую песню в мире? Нет, не знаю. Она очень, она красивая. Я считаю, что это величайшее достояние всего человечества, эта песня. Что же это за песня? Вот если, у меня Дед Максим? Если не, если... Серега проснется, ты чего? Это знаешь как, если просто инопланетяне свяжутся с нами, да, первое, что им надо показать, это эту песню. Что за песня? Я тебе сейчас напою, ты должна ее узнать. Давай. Ты готова? Да. Ты уверена? Да. Хорошо, я выключу даже камеру. Хочешь? Просто тихо закроет глаза и растворится в безоблачнике. Она ему не нужна, чтобы убедиться в себе. Она не сможет ее попросить, сможет ему отказать. На ветра не помню текст, как там, да. Сентябрь горит, убийца плачет, но он не смог. Поступите иначе, прольется кровь, листья расскажут, как он умрет. Короче, тема такая была. Надо монтировать сегодня. Знаешь, я вот сижу, думаю, короче, смотрю себе в окно, там, думаю, размышляю о том, что вообще происходит в мире. Вот, да. А вот, ну ты хороший человек, знаешь. Да. Потому что я вот сижу, у меня зарядки даже нет. Ты элементарно просто пошла, подсуетилась, короче. Конечно, ради тебя. Ты достала мне зарядку, ты понимаешь, короче? Понимаю. Я не понимаю, единственное, как девушки с длинными волосами живут, потому что это конкретная дичь. Прекрасно, красивый осетин. Знаешь, как говорил Эйнштейн? Знаешь, как говорил Адольф Эйнштейн? Нет в мире прекраснее мужчины, чем длинноволосый осетин. И это правда, друзья мои, это правда. Это, походу, не наш чувак. А переведи камеру на Татьяну, будь так любезна. Я хочу с Татьяной поговорить кое о чем. Говорите. Татьяна. Да, зовут. Это правда?
Что? Да. Да. Подожди, да. Именно это слово. Да. Татьяна, скажите. А какое это? Положительное. Как две положительное, да. Знаете, в нашем мире сейчас, в наше время, очень мало положительного «да», и только отрицательное «да» или положительное «нет». Положительного «да» говорит так мало. Берегите положительное «да». Берегите положительное «да». Его осталось так мало. Не будьте равнодушными. Вот по басе положительному «да». Скажи положительному «да», положительное «да». Все, ваше эфирное время кончилось. Вон, Алина! Сейчас, смотри, кто пришел. А ну, приветик. Девочка из 90-х, короче. А я девчонка, где взяла такие?